Базар в центре Самары раскрывает богатый и уникальный колорит восточной кухни. Здесь представлены малазийские, татарские, азербайджанские, турецкие блюда. И атмосфера вкусных запахов. Здесь невозможно пройти просто так. Все равно что-то купишь. Купил вон полный этот. А что купили? Расскажите. Ой, ну там и халяльный, и это, что-то еще, сладости разные. Все вкусно, красивое, организация хорошая, все нормально. Пока одни приобщаются к вкусной кухне, другие решают важные экономические вопросы. На Волжском инвестиционном саммите и Всемирном дне халяль обсудили коммерциализацию бренда региональных продуктов. Фабричная марка, торговый знак, имеющий высокую репутацию потребителей, способствует выводу продукта на мировой рынок. Это эффективный инструмент, драйвер развития. Поскольку регион может получить компании, локальные компании, имеющие партнерство с глобальными партнерами. Сегодня я рассказал про два наших бренда, которые при поддержке у нас правительства созданы. Это туристический бренд Самарской области и бренд «Самарский продукт», или «Сделано в Самарской области». Я подчеркнул, что это, конечно, является большой помощью малому и среднему предпринимательству в продвижении их товаров, повышении узнаваемости их товаров. Хан Сун Хо, руководитель южнокорейской медицинской компании, в первый раз в Самаре. Приехал с готовой бизнес-идеей. Его компания ищет регион, где можно было бы организовать отдых для пожилых людей. Хан Сун Хо говорит, Самарская область – идеальное место для медицинского туризма, благодаря и природе, и развитой инфраструктуре. И отмечает, что инвестиционный климат региона привлекателен для иностранного бизнеса. Если со стороны представителей власти Самарской области будет желание сотрудничать, то представители нашей компании могут открыть двери для многих успешных корейских производителей медицинского оборудования. Другие гости форума говорят, в Самарской области есть все условия для того, чтобы в рамках культуры халяль здесь можно было бы открывать и развивать новые бизнес-направления, связанные с едой, туризмом, космической промышленностью. Для этого в регионе есть все условия. У Самары есть такое неоспоримое преимущество, как река Волга. Мне кажется, что уикенд, проведенный в Самаре, на природе, рядом с рекой, это хороший способ отдохнуть. В форуме приняло участие более 550 участников из 21 страны. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что здесь обсуждаются вопросы, которые напрямую касаются развития региона. Экспорт товаров, международная торговля, туризм. И заявил, что географическое положение региона обязывает развивать деловые связи со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Они вполне могут воспринять наши товары, технологии, которые производятся здесь, на территории Самарской области, которые достигли уже достаточно высокого качества. Мы чувствуем неподдельный интерес к сотрудничеству с нашим регионом. Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль завершится в субботу на площади Куйбышева гигантским гастрономическим праздником, кульминацией которого станет приготовление самой длинной в мире шаурмы. Наши корреспонденты расскажут, окажется ли она еще и самой вкусной. Елена Малютина, Семен Безгинов, Николай Епифанов, Дмитрий Мешканцов. События.